Арестованный за взятку чиновник Одесской мэрии остался за решеткой. Речь идет о Виталии Бабине, заместителе управления охраны объектов культурного наследия, который был пойман на взятке в размере $5000 США. Суд предложил внести залог в размере 1 миллиона гривен. Однако чиновник, сославшись на бедность, просил снизить залоговую сумму до 80 тысяч гривен. Арестованный за взяточничество заместитель начальника управления охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Виталий Бабин останется за решеткой. Об этом сообщает издание 368 медиа со ссылкой на источники в областной милиции. При этом видео, на котором чиновник договаривается о сумме взятки, опубликовано в сети интернет. Суд предложил взяточнику внести залог в размере 1 миллион гривен. Однако коррупционер попытался оспорить данное решение и, ссылаясь на бедственное положение, просил снизить размер залога до 80 тысяч гривен. Впрочем, безуспешно. Суд отказал в апелляции. Чиновник останется за решеткой. Напомним, что по информации сайта 368 медиа, Виталий Бабин получил взятку за незаконную организацию приватизации знаменитого рыбного ресторана, живописные руины которого находятся на Приморском бульваре.